Сегодня получил посылку с Китая. Так, посмотрим, что же мне пришло. Та-дам! Это триммер. Надо же свою бороду как-то постригать. Моя борода. Мой триммер. Так, что же входит в комплект? Пришел он довольно-таки быстро. Коробочка такая хорошая. В комплекте проводок, чтобы заряжать. Type-C, кстати. Что удивительно. Так, набор. На 1 мм, на 2, на 3. Так. Инструкция. Наверное. Ну да, инструкция на английском. Так. И сам триммер. Вот он такой увесистый. Тут у нас изображен Будда. Вот. Здесь индикация. Здесь тоже изображение Будды. Так. Защита головки. Так, интересно, он заряжен или нет? О, вот так он работает. Выключается, включается одной кнопкой. Так, ну походу заряжен. Так, а это что такое? Это просто, наверное. Так. Также в комплекте вот щеточка, то есть ухаживать, так сказать. Вот. Ну и комплект насадок на 1 мм, на 2, на 3 и на 4. Я, наверное, сегодня попробую 4 мм. 1,5 мм, 3 мм, 2 мм, наверное, 1,5. Чик. Ой, не оделся. Вот так вот. Теперь у меня есть подстригашка. О, индикатор. 72%. Отлично. Ну что, идем стричь бороду. А бороду я уже подстриг. На дому подстригался. Заодно и, конечно же, бороду мне подстригли. Взял с собой тот самый триммер. И этим триммером мне брали торчащие волосочки, сделали контур, как бы, и подровняли, как бы. Вот. Пока похожу вот так. До лета. Будет лето, или все надоест, сброю. Ну а пока хожу бородатеньким. Держи свою мочалку. Да ходи с ней в баню почаще.